Знакомьтесь, моя супруга Кристина. Очень приятно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Маша, скажите, вот в 6-м сезоне ваша героиня Крис возвращается. Зачем и почему? Объясните нам. Ну, конечно же, интрига должна оставаться, но я вернулась за Нагиева. Все-таки очень много недосказанного оставила, поэтому приехала к нему. Совсем не думаешь своими мозгами силиконовыми? И тебе привет, Тимочка, я тоже соскучилась. Это любовь? Думаю, да. Конечно же, как его можно не любить? Дима прекрасен. Что хочу? Я соскучилась, Димочка. А ты по мне совсем не скучаешь? Если вы его любите, то любит ли он вас? Ну, думаю, чувство собственности меня преобладает. Поэтому, конечно же, я возвращаюсь очень эффектно и неожиданно, поэтому Дима хочет обладать мной, потому что он хочет обладать лучшим, поэтому я буду делать все возможное, чтобы я была с ним. Все будут думать, что же, как же. Я за то, чтобы интригу сохранить, поэтому все рассказывать не буду, но скажу так, что Дмитрий всегда набирается своего. Я тебе вчера сказал, никаких больше чик-чирик. Димуль, ты мне это третий раз уже говоришь. Хорошо, Маш, тогда какие у вас личные ощущения? Вы вернулись в кухню, у вас был перерыв. Как вообще? Да я безумно счастлива. Поздравляю! Я очень всех рада видеть. Много поменялось, многих персонажей ввели. Я безумно рада. Спасибо вам огромное, что вернули моего персонажа. Я вас люблю, кухня. Сердце навсегда. Это Мария Горбань, специально для Yellow, Black and White TV. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал, чтобы быть в курсе самых горячих новостей о наших сериалах, проектах, создателях и актерах. Подписывайся на канал Yellow, Black and White TV.